Светлана. Мы приехали из Нижнего Новгорода, из коррекционной школы. Первый раз на инфо-уроке, на конференции инфо-урока. Хочется сказать отдельное спасибо всем организаторам за то, что мероприятие действительно проведено на высочайшем уровне. И спасибо спикерам за то, что нам дали очень много ценной информации. В режиме, причем весьма нетрадиционном для обычных решений квалификации, было очень интересно, живо, а самое главное, рассмотрены практические стороны вопроса, что для педагога практика представляется весьма важной. Меня зовут Юлия, я также из Нижнего Новгорода. Мы очень рады, что мы здесь оказались. Инфофорум превзошел наши самые смелые ожидания. Мы, конечно, не ожидали, что мы увидим и такую организацию, и вообще такой уровень проведения мероприятия. Что очень важно, вы сумели не только обогатить нас знаниями, но мы действительно очень хорошо отдохнули. Причем отдохнули вот в этой совместной работе. Для нас это очень ценно, для нас это ново, и мы надеемся, что мы не раз еще станем участниками таких замечательных мероприятий. Добрый день, меня зовут Андрей. Что хотелось бы сказать, так это бесчисленные слова благодарности команде «Инфо-урока» за организацию вот этого великолепного международного форума. Сказать огромное спасибо непосредственно Игорю Вячеславовичу, как идейному организатору, вдохновителю вообще всех этих мероприятий. Спасибо сказать «Инфо-уроку» за материалы, которые они там вложили. Что можно сказать? Международная конференция, которая вот прошла, она была проведена на очень высоком уровне. Детально были проведены все моменты организации и в плане обучения, и в плане отдыха. Сказать, что мы здесь устали, это ничего не сказать. Что такое отдых? Это смена вид деятельности, которая здесь периодически происходит. Отличное питание, отличное проживание. Просто куча положительных эмоций. У меня вот двое детей, один из них маленький. Моя дочка уже в первый класс пошла, и я с огромным удовольствием отправил ее в инфолагерь. Вот, то есть в планах это действительно есть. Спасибо большое ребятам за вашу отличную работу. А еще хотелось бы поблагодарить директора, который позволил нам съездить и финансировал участие в инфофоруме. Потому что он действительно нам предоставил такую возможность познать новые границы нашей профессиональной деятельности. Что тоже очень ценно. Ну и спасибо вам, всем, кто помогал организовывать это мероприятие, потому что так, как действовали вы, это образец работы сложной команды. То, чего нам не хватает в жизни очень часто. Спасибо. Если раньше инфофорум был один из тех сайтов, которые мы посещали, то, наверное, сейчас конкурентов уже у него не останется в ваших глазах. Ага. Да. Спасибо.